Salam aleyküm, höhmətli dostlar. Минобороны России удалило контуры границ, так называемые НКО, самопровозглашенного сепаратистского образования, незаконно созданного на территории Азербайджана на карте миротворческого контингента. Об этом сообщает DIAS со ссылкой на сайт российского оборонного ведомства. Армянские СМИ и телеграм-каналы в ужасе сообщают, что исчезли границы незаконного сепаратистского образования, которые изначально якобы в кавычках считались за армянской стороной по всем переговорным условиям. Далее они приводят сравнение карт от 20 сентября и 24 сентября текущего года. Таким образом, именно обороны России признала, что понятия «Нагорный Карабах» больше нет. Баджарана Джангурбан. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!